Ну что ж, ребята, всем здорово, с вами Кассер Кот, добро пожаловать на новый видосик. Так, звук вышло, FNAF Doom 3. Они, кстати, переименовались как FNAF Doom просто, вот. Но все-таки она вышла, FNAF Doom 2. Ой, 3. Только почему они не сделали именно первую, а именно FNAF Doom 3, не знаю. Но это клево, потому что я много видел FNAF Doom 3, и в основном они так себе на самом деле, вот. И мне очень интересно, как они здесь сделали. Здесь же есть фантом-аниматроники, получается, и самое интересное, как эти фантом-аниматроники выглядят, и какая у них функция. Если они просто убивают, то ну хз. Ну если они вообще хотя бы есть, то это хоть что-то реально. Не только чтобы с Минкра был, но поняли. Погнали. Также погнали, создать все и начать. Погнали, ребята. Крус вам передает привет, ребята. Пусть один, два дня его учил. Не смешно. Так, пошло уже время какое-то. 10 секунд, 8. Лоадинг. Та самая некачественная загрузка, как всегда. Мы сами привыкли ее видеть. Господи, мне интересно, меня напрягает, мне уже страшно становится. Ой, графика какая! Вот так. О. Аудиосистема! Вентиляционная система. Как? Как это пробивать? Как? Чё? Я могу повентиляться ходить? А фонарик где? Они фонарик не дали. А, вот. Аудиосистема. Вот починка аудиосистемы. А где? Блин. Мне уже стрёмно. Не понял. Чё, блядь? А, вот, это что? Оно... Ты кто такой? Папа, рада зайца присядь! Блядь, это что было? А нахера я Спринктрапа-то сюда пригнал? Чё происходит? Фонарик! Ебать, пошла какое-то прохождение, прикиньте. Прохождение какое-то пошло. Господь. У меня есть фонарик. Я кого-то видел. Вентиляционная система! Вентиляционная система, давай, шифтовать сидеть нельзя. Блять. Что происходит? Бля, что? Что это, блядь? Что за пиз... Это свали от меня так... Вентиляционная система, какая? Это аудиосистема, где вентиляционная? Да уйди от меня! Что это такое? Что происходит? Мама, я в Дубае, где? Вентиляционная система чинить! Блядь, да ты иди ты нахер, да ты кто такой? Да ты что такое? Это от меня отстань! Блять, уйди, я вентиляция, все, ты меня. Там кто-то есть, там кто-то есть, там кто-то есть. Ебать! Как клево смотрится! Фокси. Ебать, что так лагает? Не знаю, вот сюда приманил зачем-то. Вот! Починил! Мама, я в Дубае, а можно отвернуться? Да там они! Я не знаю, что происходит, у меня фонарик отобрали. Тихо. Чё, блядь, происходит, не понимаю. Аудиосистема. Там кто-то есть? Чё, все тихо резко стало. Давай. Я могу переворачиваться. Тихо. И чё? А где Спрингтрап? Спрингтрап? Мы с вами когда играли в FNAF Doom, короче, тоже со Спрингтрапом. Точно такая же локация. Точно-точно почти. А его нету, что ли, в первой ночи, да? Его, походу, первой ночи нету. Господи, можно вздохнуть. Первая ночь, на меня фантом аниматроники просто агрится. Максимально сильно агрится. Я ничего не сделал.
Как от них только спасаться, я не знаю. У меня... это батарея фонарика. Ну-ка. Блять! От них отворачиваться надо, я понял. От них отворачиваться надо, ёб... Моё. Привет. Блять, иди туда, да идите вот туда! Уберите, уберите свои штаны от меня! Да что происходит? Я застрял. Мне жарко резко стало. Уйди нахуй. Да уйди ты нахуй. Да мама! Не хочу, меня здесь нету! Я понял, когда... Да уйди от меня! Фонарика дайте! Блять. Да как? Присесть. Вы задолбали! Они в каждой комнате спавнятся. Да уйди! Вот так вот, ага, вот. Надо, короче, вниз, наверное, смотреть, когда она появляется, да? Артишок Клуб Фредди еще давно модер. А, нет, недавно. Ну да, он, кстати, донил. Капец. Спингтрапа нет, а я уже здесь просто срусь. От того, что от непонимания, что происходит, можно выйти. Так, мы свет не будем тратить, да, наверное? Хотя смысл, здесь вообще ничего нет такого, что можно освещать. Это просто скучная локация. Здесь нет никакого темного места. Блин. Ну и сейчас интересно, что будет со спрингтрапщиком. Блять. Сука. Ладно, иногда это пугает все-таки. Ну я бы хотел разнообразия. В принципе, смотря нетка, есть какое-то разнообразие, да. А я фонарик убирать не могу, да? Я могу за наблюдателя посмотреть и не знаю, зачем. Ну и чё? А, ну все. 15 секунд. Мы сейчас еще одну ночь сыграем. Со спектрупчиком. Посмотрим заодно его скример, поубегаем от него, посмотрим его скример. И оценим, чё как. Вот. Ебать! Не понял. Стой. В смысле, мы могли бить? Серьезно? Мы можем отсюда выйти, похуй. Я понял. Мы с вами, короче, в следующей серии с подписчиками поиграем, потому что мы сейчас на стриме, я их потом созову, попробуем, короче, надо, наверное, кучей попробовать так бить. А, нет. Мы можем убить спрингтрапа, походу. Ебать. Прикиньте. Так. Погнали. Вторая ночь. В этой ужасной пиццерии. Ну. Почему без звука? Вот. Можно не лагать, прошу вас. Да хватит, все. Ищем спрингтрапчика. Блять, дебилы. А где мы можем его сбить? Мы его можем сбить. Он должен здесь спавниться, по идее, да? Вот он. Уебать! Охренеть, да ты гонишь! Какая анимация! Слушайте, мне нравится. Ну-ка, если вот так вот сделать. Он остановился. Блять, да иди ты нахер. У меня, короче... У меня девайсы немножко отключились на секунду опять почему-то. Вот он стоит, тихо. Да блин, гад! У него анимация, мне она нравится. Чё? И типа за мной сейчас Фредди, да, побежал? О, вон он. Давай посмотрим, как он бежит, давай. Ну какие-то вы медленные, ребята. Блин, ну мне нравится анимация. Почему раньше такую анимацию? Фоксян!
Фоксян, здорово. Ебать. Избиваем аниматроников. Давайте, ладно, их найдем. Что происходит? Вот он. Давай. Стой. Стой, 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 стой. Давай. На привышку, привышка, привышка. Блять. Йо, ну мне нравится проработка персонажа. Тут, конечно, не очень, да, по опять баканное все, да, как всегда. Но это, кстати, она только вышла, наверное, на будущее справится. Ну, в общем, мне очень нравится проработка анимации самих персонажей. Прям вау, импа. Вообще, всем пакетов, ариации, как всегда, я Рокот. Удачи, блядь, пока. Сейчас пойдем с подписчиками играть. Не знаю, что из этого выйдет, но что-то будет. Вот, так что давайте. Всем пакетов, люблю вас.